Друзья, всем привет! Вот наступило долгожданное время, зима. Сегодня на первый лед, 2 декабря. Сейчас поедем ставить жерлички, будем пробовать на балансир половить. Но самое главное, конечно, сейчас нормально, безопасно выйти на лед. Проверим более-менее, сразу несколько контрольных лунок сделаем. Хотя, в принципе, народ уже даже на водохранилище, на заливы забирается. Так что я не думаю, что на нашем озере с глубиной в 2 метра лед будет плохим. По идее, вода должна была быстро остыть и лед схватиться. Ну, вы сами видите, как все завалило. Просто снега какое-то неимоверное количество в этом году, а сегодня всего лишь 2 декабря. Поэтому сейчас поедем, посмотрим вообще, где мы можем подъехать, потому что, ну, я сомневаюсь, что кто-то накатал прям к озеру дорогу, поэтому, наверное, оставим машину на самой дороге и буду спускаться там, где мы вот ходим на утку. Там как раз есть выход, и по идее вот сразу на большое зеркало попасть там, где я вот ловил щук с лодки основной. То есть не по камышам хочу сегодня пробовать прижиматься, а буду жерлички ставить вон там на большой воде, ну и соответственно буду их переставлять в зависимости от клева. Все, дом закрыли, теперь можно ехать. Машинка прогрелась. Друзья, ну доехал я вот до этого съезда. Тут машина уже просто обалдеть, там уже вовсю сидят. Что-то я, видимо, значит, долго собирался. Туда народ не едет, ну и я, наверное, не поеду. Колея какая-то, блин, сесть неохота. Все-таки хочется рыбки половить, а не заниматься всякими вещами. Так, ладно, тогда быстренько выгружаемся и бегом на лед. Ну все, пошли. Ну что ж, друзья, выходим на первый лед. Народ вон на зеркале даже рядом стоит. Так что я думаю, лед нормальный. Ну, пойдем. Мне, друзья, еще это особенный первый лед в том, что я первый раз на нашем озере здесь буду ловить зимой. Ну, первые шажки по льду. Да, судя по всему, очень много воды будет на льду, потому что снега выпало много, придавило. А и учитывая, что рыбаков тоже много, я думаю, тут лунок насверлено уже достаточно. Да, друзья, народ вроде вон уже вовсю ходит, а все равно стремновато первый раз, когда выходишь. Особенно, когда ты уже купался до этого. Да, воды очень много. Такие места вообще стрёмные. Ну что, друзья, первая луночка в этом году. Ну, у меня на жерличках везде стоят флюровые поводки. От металлических я уже очень давно ушел. Вроде, пока он меня не подводил. Ну все, первая пошла. Друзья, у меня жерлица сработала. Я ее только поставил. Крутит, друзья. Офигеть, я только ее поставил. Так, ну что, друзья, пробуем. Нет. Эх. Бросил и живца вынесла. Все, друзья, поставил 7 жерличек.
Сейчас они постоят, я пока похожу, попробую на балансир, на ратлинг половить. Ну и потом, если будет тишина, я думаю, мы их немножечко передвинем куда-нибудь туда, в ближе в сторону. Смотрите, какой туман. Обалдеть. Вообще погода прелесть. Солнышко он вылезло, тепло. Ни перчаток, ни рукавиц, ничего не надо. Ну, пойдем попробуем половить на балансик. Я решил попробовать первый раз вот безинерционную катушечку зимнюю. Купил, как с ней будет. Как раз для щуки, для форели. Потому что когда на краткие их ловишь, потом его фиг получается вытащить. Потому что она метр лески, сопротивляется, и чаще всего происходит сход. Друзья, загар на жерличку. Загар на жерличку. Ра-ра-ра. Мотает. Мотает, родимая. Плотва? Плотва? Всегда только плотва. Ну вот вторая срабатывала сразу. Тоже мотал, 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 ждал, ждал, ждал. Остановилась, думаю, ну давай. Плотву забрала и все. О, вроде встала. Заглатывая. Дай бог. О, пошла. Мелкая, что ли, блин? Ну да. Эх. Ну, да. Малышня, блин, и заглотила. Ну ладно, будем спасать. Спасибо. Вот, друзья, первая рыбка. Сезон открыт. Так, друзья, ну вроде получилось более-менее безболезненно. Если нет, попробуем ее отпустить. Давай, давай, давай. Уходи, уходи. Друзья, пока стоял, чай пил возле этой лунки, вот только перезарядил, вон сразу еще одна загорелась. Мотает. Ну, походу, бросила. А может и нет. Попробуем. Нет, нету. И тут живца забрало. Да что ж такое-то? Так, ну что, продолжим искать на актив. Так, мы уже поймали одну. Теперь надо поймать так. Так, друзья, ну пока я тут бегал к машине, переставлял ее, мешалась она там остановку делать. Блин, у меня тут два загара. Я очень надеюсь, что это не одна просто зацепила другую. Сейчас проверим. Ну что, давайте посмотрим. Вообще не разметанная даже. Так, первая мимо. Так, ну вот, все мимо. Ну, ладно. Так, ну, пойду я переставлять жерлицы начну. Сдвинусь чуть-чуть вот сюда, наверное.
Сейчас две этих передвину сюда, а две те передвину туда. Посмотрим, надо их, потому что переставлять вот так вот их на одном месте гонять, это бесполезное занятие. Вот, друзья, только я собрался идти на актив, вон сработка на жерлицу переставлена. Так, оставляем бур и туда. Крутит. Походу опять бросил. Блин, мелочь, походу. Бьет крупное, что-то вообще не хочет. Размотал много, главное. Ну, хоть бы живца не сбило. Блин, и живца украла. Зараза какая, а. Так, перезарядил. Ну что, друзья, смотрите. Перестановка жерлиц помогает. Да, в холостую украл живца, но все равно загар был. О, друзья, загар. На дальнюю жерлицу самую. Тоже переставлял ее. Крутит, сбил это и все. Мелкая щука. А, не, крутит. Крутит. Ага. Опа. Блин. Поторопился, друзья. Ну вот, получается, как погода испортилась. Какие-то шевеленки пошли. Хотя утром при хорошей погоде тоже вроде более-менее было. Короче, непонятно. Офигеть, друзья. Первый окунь в этом году. Мне даже размер его не важен. Ты вы посмотрите, первый окунь. Ха-ха. Даже на живца пойдет, в коншель кинуть. Ладно, первый окушок пускай туда идет. Сейчас попробуем одну такую карапульку половить. Ого, друзья. Блин, это щука была по-любому срез. Блин, я не ожидал даже, что на эту блесенку может щука сесть. Ё-моё. Вот так вот, друзья, целый день ходишь-ходишь. С балансиром ищешь щуку, находишь маленького окунечка, ставишь маленькую блесенку, и она ее зарезает. Сейчас попробуем блесну погонять. Может, не хочет она здесь на балансир это брать? Так, ну ладно, будем переставлять в очередной раз жерлицы. Уже туда, ближе к выходу. Ну, точнее, не ближе, а в сторону выхода. Друзья, пока переставлял, снова сработка. Вон это жерличка, на которой все время улетает флаг. Опять бросил, похоже. Не мотает. Пока шел, я видел пару оборотов. Но на этом все.
Да, опять сорвал живца. В чем дело же, а? Друзья, смотрите, как распогодилось опять. Солнышко, ветра нет. Тепло, хорошо так. Эх, клевало бы еще по-человечески, а не мелочь, которая живца ворует. Все, жерлички переставил. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Опа, удорчик. Наверное, мелкий окушок. Да не, наверное, а точно. Опять тот же, который у меня слетает. Ну, не крутится. Видимо, мелочь опять. И болотечка на месте. Ого, друзья, ого. Эх, сошла, блин. Вот это хорошее было точно. Как так-то? Ну что, друзья, сезон твердой воды открыт. Даже несмотря на скромный результат, я все равно прям очень доволен. Мелкие щупаки заставили побегать по загарам, по жерлицам, но они вот сдергивают живца и все. И одну все-таки щучку я поймал. Хотя, с другой стороны, даже окушка умудрился выловить. Был и срез блесны, и вот сейчас в конце был сход уже более-менее, видимо, нормальной щуки на балансир. Но не получилось. Я уже потом понял, что балансиром зацепил за кромку льда там внизу. И, видимо, сбил ее. Но все равно, ух, я доволен. Устал, правда, неимоверно. Видимо, с непривычки. Сейчас надо собирать жерлицы. И еще до машины идти в горку по снегу. Солнце уже давно село. Сейчас буквально, наверное, минут 20-30 и стемнеет. А я без фонарика, без всего. Поэтому я, наверное, уже пойду. Ну, а на следующей неделе уже крепчают морозы. Обещают минус 15, минус 20. Ну, и я надеюсь, что в ближайшее время мы уже выберемся на водохранилище. По первому льду, по окуню побегаем. Поищем его, наверное, на Можайку поедет, как обычно. Хотя у нас, конечно, в планах было и доехать до Рыбинки. Но это посмотрим, как пойдет. Потому что там, конечно, ледостав такая вещь непредсказуемая. Намного дольше это происходит все на море. Потому что и большие просторы, волна, ветер. Ну, в общем, там лед встает позже. И я не знаю, выберемся мы туда по первому льду или нет. Но на Можайку, я думаю, мы поедем обязательно. Погоняем там окуня. Постараемся его найти. Ладно, все, друзья, я пошел. Ой, собираться, да, устал я, конечно, жесть. Воздухом надышался. Все, всем спасибо. Всех с открытием сезона, всем пока, друзья.